сайте «Шиншилка» мы заказали корм «Вискас». Фасовка 14 килограмм. Корм с курицей. Производство Польша. Вот так выглядит упаковка корма. Нормы кормления. Сколько нужно давать животному в день корма? В сутки. Сроки годности. Срок годности хороший, корм свежий. Гранулки корма. Выглядят вот так. Коротко по составу. Злаки, мясо и продукты животного происхождения 29%. Включая 4% курятины. В светло-коричневых гранулах. Масло и жиры, минеральные вещества, овощи 4%. Морковь в оранжевых гранулках, хороших зеленых. Продукты растительного происхождения светло-коричневых 49%. Также D3, А, Е, таурин, марганец, сирен, цинк. Также скоро мы в подарок нам пришли вот такие подушечки. Вот такие вот, оранжевенькие. Их дают котам как дополнение к их основному рационному питанию. В качестве перекуса или поощрения. Эти лакомства предназначены для взрослых котов, а также для котят, которым старше 8 недель. Взрослым котам до 20 подушечек на сутки, а котятам до 6 подушечек на сутки. Здесь в упаковочке 15 грамм. Также есть, существуют большие упаковки таких подушечек. У корма бюджетная цена. Котику корм нравится, ест с удовольствием. Заказывали мы на Шиншилке, все приходит хорошо упаковано и быстро.